Приобретает привычные очертания. На правом фланге будет играть Александр Солдатенков, шестой номер. На левом Владимир Бартасевич. Ну, а у нас тут опасная атака. Первый удар по воротам Чертанова. Там даже, конечно же, тем более, что каждый гол ФК Чертанова участвует в конкурсе на звание самого красивого гола второго дивизиона. Ну вот, хороший перехват на чужой половине поля. Косинчук, классная передача, Зиньковский! Ай-яй-яй-яй-яй! Падение, бил головой, и немножко пришлось отвалиться, но, конечно же, из такой позиции, когда до ворот был метр. Защитник. Лимонов, хорош в отборе, Жижин в центр. Зиньковский. И фол на Шкуратове! Вообще-то да, вообще-то вот кричат с трибун пенальти, пенальти. И действительно, было очень похоже на то, что Котов и Жижин. Отличный удар! И мяч пролетает капитана Алексея Храпова. Ну и вот на правом фланге сейчас очень активно ведет себя Антон Киреев. Он нам запомнился по первому тайму. Хороший был перевод. Можно играть. И это симуляция. Желтая карточка за то, что симулировал. А фол нападающий Витязя, по-моему, это был как раз Игорь Бояров. И получает он заслуженную желтую карточку. Ну, точнее говоря, это не Бояров, это все-таки был Дмитрий Ванин. А сейчас уже 4, так что аккуратен. В этом смысле Назаров, Гаранжа собирается... Бьет и гол! Сергей Гаранжа! Шикарное исполнение, 79-я минута, Сергей Гаранжа под перекладину мяч. Один из лучших голов второго дивизиона в этом сезоне. Витязя выполняет свою подачу. Игрок на дальнюю штангу. Удар, и как же обидно, мы пропускаем. Так. Гол засчитан. Не было ли там офсайда, хочется спросить. Судя по всему, не было. Чувствуется контратака Витязя. Это может быть очень опасно. Но здесь Федя Лимонов. И не получается с левой ноги у Феди передача на Жижина, к сожалению. А вот здесь выход один на один. Перебрасывает мяч. Это Шония. Ну что ж, на этом все. Жаль, опять же, что на ноль сегодня сыграть не удалось. Ну, что есть, то есть. 1-1 с вами. Этот поединок смотрел я, Сергей Дерябкин.